вас святая служба информации телерадиокомпании «Гомель». У студии працуе Александр Гамоля. Глядите у гэтым выпуску. У 69-й гомельской сярэдняй школе открылся маятник Фуко, які демонструе сутачное вярчэнне земли. Свое 20-годзе значил гомельский филиал университета громадянской обороны МНС Беларуси. Реконструкцию побыту, характерного для 14-15 стагоддзяў, представили у Гомелі. А зараз об гэтым и іншым больше подробязна. У господарка Гомельской области протягиваются полевые работы. У вынику достатково протяглого холодного надворья у шэрагу сельскохозяйственных предприемств унесли коррективы у попередние планы и заменили ранее збожжевое на иншие культуры. Основные культуры, с якими зараз працуют аграры – гречка и проса. Первая посеяна на полове отведенных площадь, другая займая уже маль 3/4 предугледжанных под яе палетков. А проча того, господарки наближаются до завершения работ по пасации бульбы. Причем прикладно каждый 10 гектар, предугледжанный под другий белорусский хлеб, опрацовывается фермерами. Что тычется огородины, то самые великие площади на Гомельщине все лето отведены под горошек – больше як 750 гектаров. Далее у гэтым спісе цыбуля, морква и капуста. Завтра с 12 до 13 годин отбудется прямая телефонная линия во управлении ДАИ Гомельского облвыканкама. На пытание жыхароў Гомельщины, якія тычацца дзейнасці ведомства, откажет начальник Державной инспекции региона Игорь Макушенко. Потелефоновать можно по номеру 68-31-53. Свое 20-годзе отзначил гомельский филиал университета громадянской обороны МНС Беларуси. Святочное мероприемство с нагоды юбилея отбылося у областным громадско-культурным центре. История научальной установы началась у 1997 годе. На ее створение тады дали усяго 90 дзён. Напомнить в училище материально-техничной базы и педагогичными кадрами за такий термин, сдавалось, было немагчимо. Однако маль невыканальную задачу вырашили. За 20 годов свою историю установа адукации несколько разов меняла назву. С невеликого в училище перетворилась у высшейшую научальную установу и сегодня является часткой университета республиканского значения. Это визитная карточка нашего города, потому что сразу за этим потянулось, что мы создали лицей, прототип Суворовского училища. При учебном заведении создана рота почетного караула. Ни одно мероприятие и в городе, и в области не проходит без него. Ну, душа радуется, когда видишь ребят, которые уже достигли определенных высот. Я очень доволен, что я сегодня нахожусь здесь. На урочистом мероприемстве, присвященном юбилею установы, лепшие его супрацовники отрымали узнагороды областного и городского узровню. Со сцены прогучал привитальный адрес от старшини Гомельского облвыканкама Владимира Дворника. Свои лепшие творы выконали артисты областной филармонии и аматорские коллективы структуры МНС. Мы становимся более практикоориентированные. Программа, естественно, постоянно меняется и совершенствуется. Естественно, мы хотим видеть наше учебное заведение процветающим, чтобы из наших стен выходили настоящие специалисты своего дела, которые готовы выполнить задачу любую. У 69-й гомельской сярэдняй школе открылся маятник Фуко. Ён демонструе сутачное вярчэнне земли. Такое устройство некалі демонстравалася у гомельским планетары. Прыкладна до 1997 года дзеючы узор можно было убачыць таксама у тагачасным вучылішчы машинобудавання. Рух часу оценил Олег Сенцеров. Мы все великие космичные подорожники. Коли верить в ученым, Земля за одну секунду пролетает в космосе около 300 метров, и мы разом с ее за год отрывается не 900 тысяч километров, за 70 годов життя около 60 миллионов. Правда, подчас нахождения на Земле человек вершине планеты не отчувая, а своей подороже, вымирая отлеглостями помеж населенными пунктами. Серед первых, кто подтвердил знакомитый вырос и навертится, на практике оказался знакомитый физик Жан Фуко. Сегодня деющих маятников, якія названы у гонар гэтага ученого, у свете усяго каля 30. Гомельский один, який находится у школе. Размеры нашей Земли очень велики, поэтому, чтобы доказать, что Земля круглая, пришлось совершить кругосветное путешествие. До этого представления были очень-очень различные. Даже считали, что Земля стоит на трех китах и плоско, и было очень много различных гипотез. Точно так же увидеть суточное вращение Земли очень сложно. Впервые продемонстрировал вращение Земли французский физик Фуко, который установил в 1851 году в Пантеоне маятник.
69-я гомельская школа має фізико-математичний профіль, а тому і фізику тут вивчають на поглибленому уровне. Установа обсталевана сучасними аудиторіями і укомплектована висококваліфікованими педагогічними кадрами. Але такий наглядний допоможник, як маятник Фуко, нікому не перешкодить. До речі, серед тих, що встановлені у різних країнах світу, він далеко не самый маленький. Характеристика гомельського маятника – довжиня підвісу 12,5 метрів, вага шара 60 кілограмів. Для порівняння у планетаріях Санкт-Петербурга і Харкова эти параметры амаль удвоя меньше. Причем только маятником у школе обмеживаться не избираются. В ближайших планах демонстрация зорного неба у реальном часе. Великий купол и каштой отповедно, а вот больше данный специальный экран уже смонтировали. Плюс установили обсталевание, якое дозволяет за личные секунды творить на пляцовце необходимое для демонстрации затемнение. 3D, скажем, формат, который позволяет, используя программу, путешествовать в космосе, рассматривать объекты, все что угодно, все что связано с космическим пространством. И это в реальном времени, то есть компьютерная программа дает такую возможность. Стеллариум программа, которую нам любезно предоставили, вот апробировали на первоначальном этапе. Но единственное, нужно специальное техническое оборудование, оборудование, которое позволит визуально воспринимать все, и еще звуковой эффект, который действительно даст полноту ощущений. Олег Сінцюров, Євген Макеєнко, телерадіокомпанія «Гомель». 20-годдзя набору на спеціальнасць псіхалогія святкуюць у Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны. За гэтыя гады факультэт вырас як колькасна, так і якасна. Сёння ён уключае тры кафедры, на якіх працуюць больш за 40 выкладчыкаў. У тым ліку тры чалавекі гэта дактары і каля 20 кандыдаты педагагічных і псіхалагічных навук. Факультэт не абмяжоўваецца дзвюма спецыяльнасцямі. Тут з'явіліся такія спецыялізацыі, як сацыяльная псіхалогія, а таксама сацыяльная педагогіка і практычная псіхалогія. У гэтым годзе будзе праходзіць першы набор студэнтаў на спецыяльнасць сацыяльная работа. Акрамя таго, на факультэце працуюць дзве навуковыя і тры студэнцкія даследчыя лабараторыі. Усё гэта дае магчымасць студэнтам займацца навукай ўжо з першага курса. В частности, вот приборы, которые мы используем, это приборы биологической обратной связи, которые позволяют развивать стрессоустойчивость, формировать различные навыки, которые потом в жизни могут пригодиться человеку для того, чтобы нивелировать негативные последствия стресса. Вот. И плюс еще один такой, что эти приборы позволяют развивать внимание, память, что очень важно для подростков гиперактивных. Лабараторія удзельнічае ў падрыхтоўцы абітурыентаў да цэнтралізаванага тэсціравання, дазваляючы школьнікам развіваць стрэсаўстойлівасць перад такім важным мерапрыемствам. Падобны праект дзейнічае на базе вучылішча Алімпійскага рэзерву. У яго рамках праводзіцца псіхалагічная падрыхтоўка спартсменаў да спаборніцтваў. Дарэчы, факультэт актыўна развівае міжнароднае супрацоўніцтва. В прошлом году мы закончили выполнение проекта «Темпус», связанного с внедрением системы инклюзивного образования в нашем регионе. И в этом году мы приступили к реализации трех международных проектов. Один из проектов связан с развитием компетенций в белорусском высшем образовании. Второй проект связан с внедрением модулей преподавания, модулей по праву в подготовку педагогических работников. И третий проект у нас завязан в основном с украинскими партнерами. Мы будем развивать сеть центров профориентационных, которые помогут молодым специалистам устроиться в жизни. З надыходам вясны і пачаткам цвяцення для алергікаў наступае не самая лепшая пара. Людзі з павышанай адчувальнасцю да пылку ў літаральным сэнсе вядуць барацьбу з нядугам. У нашых геаграфічных шыротах для кагосьці гэты неспрыяльны сезон зацягваецца на паўгода, з сакавіка па верасень. Поўнасцю ўціхамірыць алергію не атрымаецца, а вось знізіць алергічную рэакцыю на пылок магчыма. Як, глядзіце ў нашым сюжэце. Ці можа хваробу надуць ветрам? Можа, калі гэта вясенні паленос. У той час, калі здаровыя людзі атрымліваюць асалоду ад пярэстага цвяцення, у алергікаў ад усёй гэтай прыгажосці радасці мала. З насоўкай і таблеткамі ў кішэні толькі так гамельчанка Юлія Эдзішева выходзіць на вуліцу, як толькі пылок паляціць з дрэў. А часам дзяўчына наогул павінна быць пад наглядам дактару, каб зняць пакутлівыя сімптомы абвастрэння. У такую пару сады і скверы лепш бы ісці. Дышаць очень тяжело становіцца, закладывается
закапывает нос, отекает слизистая. Вот. Препараты, которые поддерживают постоянно, они уже просто не помогают. Захворываемость аллергии узрастая с каждым годом, констатуют медики. Усё меньше натуральных продуктов и больше стрессовых ситуаций. Плюс до всего снижение рухальной активности и не завсёды подыходящий климат. А у когости еще генетичная схильность. Чаще всего все-таки считается, что наследственность имеет значение. Так скажем, бракованный ген. Поэтому у детей вероятность появления этого заболевания, если один родитель больной, то 25%, а если двое родителей, то 66%. Каб контролировать недуг, треба зразуметь, что является головным провокатором. Продукт аллерген, хатняя живела, бытовый пыл, типылок рослин. На что так востро реагует иммунная система, познать не так и просто. И все ж в сучасной медицине по силах. Треба всего только сделать специальный анализ крови, ти пробы на скуры. Пыльцевыми аллергенами в данный период ни пробы не проводятся, потому что идет период обострения. Будем делать их только в ноябре, в декабре. Поэтому будем делать бытовыми. Вот мы сейчас делаем небольшие надрезы, затем на эти надрезы капнем аллергены сами. И в течение 20 минут будем наблюдать реакцию. По выниках доследования у пациенту рает звести до минимуму контакт с крыницей хворобы, а так само назначают лечение. За 2-3 месяца до початку массового цвятения рослинности невеликими дозами у организм уводит той самый аллерген, каб иммунная система привышалась реаговать на махчимое раздражнение. Называется еще по-другому специфическая иммунотерапия. Когда мы вводим то, что вызывает аллергию, мы вводим заранее, до периода цветения. Образуются блокирующие антитела, которые уменьшают реакцию. Статистика стверджает, прикладно каждый четвертый жихар Гомельской области покутывает на весенний полиноз. Выправить иммунную поломку еще никому не удавалось. Так само, как и полностью выключить уплыв агрессивного осяроддя, стрессов и иншие негативные факторы. А вот профилактичные меры, как раз то, что да поможет скоротить наступство аллергичной реакции. А это значит, еще у зимку варто умацовывать нервовую систему и сбалансованно харчоваться. И тогда у весну будет меньше рызыки покутывать от полинозу. И жить можно будет больше полновартостно. Марина Джала, Наталья Гнатенко, Сергей Лукашук, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Реконструкцию походного лагеря побыту характерного для 14-15 стагодия представили у Гомеля. Атмосферу эпохи обновили представники клубов исторической реконструкции Беларуси, России, Украины. Музей живой истории, который разгорнулся на открытой пляцовце на территории ГДУ имени Франциска Скорины, складался из нескольких тематичных часток. Працевал кулинарно-ремесленный блок, наведывальники смогли увидеть процесс приготовления ежи в средневековых походных условиях. При этом некоторые стравы были доступны для дегустации. Так само прошли средневековые гульни, где гостям свята пропоновали попробовать себе в роли стрелка с лука або погулять у аналах крикету. Тлумачение на пляцовках давали студенты исторического факультета Гомельского университета и удельники клубов исторической реконструкции. У Гомель приехал российский профессийный подорожник, автостопщик Виктор Аспидов. За плечима вандровника уже 84 краины и шерох поспяховых проектов и лекций. Виктор подорожничает перш за все деля эмоций, которые отрымливает от знакомства с людьми. Тому его выбор спынился на автостопе. Это максимальное сполучение плюсов для подорожника. Транспорт, износенный способ познания свету и, вядома, махчимость у доброй компании добраться до мэты поездки. Такому захоплению уже больше за 20 годов. Виктор починал автостопить еще студентам, а теперь его в опыту и ведом могут позаиздростить многие. Например, одно из опошних буйных подорожжев – трехмесячный тур по полночной и полдневой Америце. Подчас подорожжа Виктор выучил несколько замежных мов. Для него это не просто хобби, а целая философия, якой он делится на своих лекциях и майстер-классах. Виктор Аспидов дает парады, как вандровать с невеликой суммой грошей, альбо как бесплатно потрапить на мероприемство. С несколькими лекциями он выступил у Гомеле. Гомель я очень люблю. Любовь с первого раза. Был в Гомеле несколько раз, как и Беларусь, да, которую я тоже очень люблю. Благо мы близко. Автостопом доехать можно очень быстро от Москвы, где я сейчас живу. Можно заехать за часов 8, даже иной раз быстрее, чем на своей машине или тем более на поезде. И в Гомеле уже друзья, поэтому двойной повод приехать. Плюс Гомель – это город, который является, по-моему, самым теплым городом в Беларуси. Когда я ехал из Москвы,
конечно, и погода менялась, и здесь было холодно, но в Минске было прохладно, сюда приехал, наконец-то чувствую себя как в Майами. Гэта іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Максім Савін.